Раменская стоматологическая служба – это поликлиника в городе Раменское, стоматологическое отделение в городе Бронницы и 20 стоматологических кабинетов в поликлиниках и амбулаториях округа. Помощь оказывается высококвалифицированными специалистами в полном объеме. Хочу на этом акцентировать внимание, что во всех поликлиниках и амбулаториях работают врачи, осуществляющие прием детей. У всех врачей есть лицензия и сертификат на этот вид помощи. Кроме этого, детская помощь оказывается на базе поликлиники детской на улице Махова, дом 19, а также Бронницкой городской больницы. На базе Раменской стоматологической поликлиники и Бронницкого стоматологического отделения проводится онкоскрининг. Специальный аппарат АТФ, благодаря которому можно проводить абсолютно безболезненный онкоскрининг. Лампа настроена специальным образом при освещении слизистой оболочки полости рта. Любые видоизмененные участки светятся определенным цветом, и врач может уже провести более углубленную диагностику различных заболеваний полости рта. В поликлинике есть кабинет гигиениста, где проводится профилактика стоматологических заболеваний, ультразвуковое снятие назубных отложений и разрабатываются индивидуальные программы по гигиене полости рта. На летний период по стоматологической службе Раменского района для облегчения доступности населения, для того, чтобы наши детишки получили без задержки справку для школы, для детского дошкольного учреждения, поставлен на прием специальный врач, который принимает всех детей для выписки и осмотра полости рта без предварительной записи. Следите, пожалуйста, в социальных сетях. Объявление, сейчас объявление на июль размещено. Чуть-чуть попозже, на следующей неделе, будет объявление на август размещено, когда мамы с детьми могут прийти в этот день, не записываясь через электронную регистратуру, а в порядке живой очереди вы получите справку для ребенка для поступления в школу или в детский садик. Записаться на прием к врачу-стоматологу можно через электронную регистратуру в поликлинике или воспользоваться сайтом МосРег. Рекомендую пользоваться сайтом МосРег. Он имеет наиболее полную корреляцию с электронным расписанием врачей. На сайте МосРег более оперативно отображаются все изменения. Более быстро вы можете найти нужного вам врача. Кроме того, если вдруг острая боль, если вас беспокоит что-то, то вы всегда можете приехать в Раменскую стоматологическую поликлинику с 8 часов до 14 часов дня ежедневно, включая субботы. У нас работает кабинет неотложной помощи. Записываться в этот кабинет не надо, прием ведется по живой очереди. Если у вас возникла острая зубная боль, то вы можете приехать в Раменскую стоматологическую поликлинику в кабинет неотложной помощи с 8 до 14 часов ежедневно, включая субботы. Предварительная запись не требуется. Прием ведется в порядке живой очереди.